Третій день антикризового онлайн-едкемпу. І розпочинаємо з CN-практик, як проживати карантин і життя з позиції відкритості та піклування. І з нами цей ранок розпочинають чарівні Лейла Алієва та Вікторія Яблонська. Будь ласка, підключайтеся. Доброго ранку. Вітаємо вас. Тримайте від нас 5. І ми готові вас слухати і надихатися. Доброго Всем ранку. доброе утро. Доброе, доброе, Доброго. доброе, доброе. Как вчера учила Виктория, прежде чем что-то начать делать, нужно обнять себя. Поэтому давайте начнем с обнимашек. Класс. Можно прямо почувствовать, как вы себя обнимаете, как руки касаются вашего тела, теплые они или холодные. А вы знаете, Лейла, я хотела предложить еще начать с одной практики, одной из моих любимых. Я ее называю практика адекватности. Вот когда мы волнуемся о чем-то, что будет, например, о том, что наши соседи начнут использовать перфоратор во время того, как будет прямой стрим, урок или еще что-то, или о том, как будет после карантина. Это все тревоги о будущем, и наш мозг любит таким образом развлекаться. Да? Мы часто или в будущем, или в прошлом, или в будущем, или в прошлом. И вот это вот известное здесь и сейчас, это достаточно, ну, такой процесс непознанный для многих взрослых. Дети с этим лучше справляются, да, если вы наблюдали за тем, как дети играют в какие-то игры свои, они же погружены в этот процесс, в таком потоке. У них нету переживаний насчет завтра, что мама приготовит или что там вчера было, они вот играют. И вот практика осознанности или практика сегодня, которую я предлагаю очень коротко, буквально за 2 минуты сделать, это практика «вижу, слышу, чувствую». Наши такие прямые каналы восприятия. И можно прямо сейчас посмотреть вокруг, что вас окружает, и найти, например, несколько предметов зеленого цвета. И сказать «вижу». Вижу. Отлично. Потом почувствовать, как ваше тело сейчас, насколько вам комфортно сидеть, насколько вам комфортно стоять, если вы стоите. И можно прямо сделать несколько движений, чтобы вам было чуть-чуть более комфортно. Может быть, вот до плечи размять. Можно, знаете, самомассаж – отличная всегда идея. Я очень люблю шею разминать. Место, где вот прикрепляется шея, дальше уходит в голову, потому что напряжение часто спазмирует здесь сосуды. Если головные боли, то они как раз могут уходить, проходить, если делать такой самомассаж. Вот что вы, как вы чувствуете сейчас? Тепло ли вам сейчас, Лейла? Комфортно ли вам сейчас? Мне так стало хорошо, что хотелось продолжать так делать. Где самое теплое место в теле? Там, где наше внимание, там, где сейчас были руки. Там, где размяли руками, да, где физическое упражнение было. И на несколько секунд послушаем, что вокруг. Без ожиданий, без опасений, без вот такой позиции открытости. Что вокруг меня? Как шумит, разговаривает, проявляется мир? Мои домочадцы, город вокруг. У меня за окном тоже стройка, непрекращающаяся. Чуть-чуть дальше море. Его услышать не могу, но могу расширить внимание и как будто бы отправить слух чуть-чуть дальше. И это вот позволяет тоже расширить такое внимание, потому что когда мы о чем-то волнуемся,
Наши процессы, они в мыслях, да, то есть мы вниманием в мыслях о чем-то, что будет дальше. А если сделать такую короткую практику калибровки, я ее называю, или практика адекватности, это возможность понять, что сейчас я в безопасности, сейчас ничего плохого со мной не происходит. Я вижу, я слышу, я чувствую. Это очень приятно. Спасибо. Большая благодарность за такую короткую практику, которая помогает вернуться в себя. Вот, я хотела просто еще сказать... с собой. Спасибо. Да. Еще хотела сказать огромное спасибо нашим слушателям, нашим всем участникам, потому что я с утра зашла посмотреть статистику, сколько человек уже успели попрактиковать с MindSpot и теми практиками, аудиопрактиками, которые мы отправили. И 270 человек утром уже включали настройку, налаштование на день и настраивались. И вчера, видимо, 70 человек уже было завершение дня, подводили итоги, расслабление. Есть еще практика в течение дня, короткая, на 4 минутки, которую можно включать. Так что здорово, что пользуетесь. Если не попробовали, попробуйте. Это отличная возможность. Лейла, мы с вами говорили о том, что наше пани утро Виктория, начинается с чая. Доброго, пані Вікторія, доброго дня, будь ласка, доброго. Збільшіть екран. Збільшіть екран, добре. Я зараз спробую. Мы говорили о том, чтобы утро максимально комфортно о себе, чтобы позаботиться, мы можем взять чай или каким-то образом еще сделать для себя комфортным это утро. И с пани Лейлою мы договорились поговорить, обсудить, попробовать распаковать предметно, да, инструментарно, что значит жить из заботы о себе и что значит жить открыто, как мы учимся и что нам помогает учиться, и помогает ли нам учиться тревога, например, или стресс. Вот вчера пани Лейла хотела вас вот такой вопрос спросить. Мы вчера вечером практиковали, знаю, что вы были с нами тоже, это очень приятно. И некоторые комментарии, у кого-то получалось, у кого-то нет, какие-то разные обстоятельства, дома дети кушали зефир на столе, еще кто-то варил борщ за стенкой, жизнь, знаете, у кого-то получалось, у кого-то не очень, и было достаточно такое большое количество комментариев, что расслабляться нельзя, еще много очень работы впереди. Я вот к вам, как человеку, который помогает обучаться взрослым, хотела спросить, как вы понимаете, как вы чувствуете, можем ли мы учиться из состояния стресса и ожидания тревоги впереди, когда у нас еще много работы впереди, можем ли мы улавливать то, что нужно прямо сейчас? Я бы еще спросила... Можно ли успевать получать удовольствие от этого? Спасибо большое. Я чуть-чуть шире начну. Вчера, когда была практика, я растворилась в этой практике. И когда я читала после комментарии, и люди писали, мой муж очень доволен, мой муж просит, чтобы вы сделали такие практики чаще. Он редко видит меня такой расслабленной после работы. Обычно я, да, то я поймала себя на мысли, что несколько минут внимания к себе настолько целительны и работают. Это вот про вчера. Я благодарна всем вам за комментарии и за то, что мы вчера смогли вместе с Викторией после насыщенного дня лечь на волны и покачаться. Это настолько было фантастически. И вот переходя к вашему вопросу, очень важному, когда мы утром встали, впрыгнули в колесо, и белка побежала, и она бежит. И вы знаете, не остановись ни на минутку, иначе, да, ты задумаешься и не сможешь сделать следующий шаг. Нужно бежать.
И вот мы привыкли к такому ритму. Нельзя выключаться, нужно быть как энерджайзер, менять батарейки постоянно. К чему это приводит, всем нам известно. Мы вначале устаем, потом теряем суть того, куда и зачем мы бежим, а потом мы выгораем и начинаем искать раздражающие факторы, с которыми уже не можем справиться. И вот отвечая на вопрос, можем ли мы учиться новому в стрессе, когда мы бежим, когда нас колбасит, ну, мы знаем ответ – нет. Вспоминается притча про лесника, который рубил пилой деревья. Когда его спросили, как ты рубишь так много деревьев? Ты что, целый день рубишь, точишь, да, пилой, сверлишь? И он сказал, что нет, я останавливаюсь и точу пилу. И вот мне кажется, что всем нам в этот сложный, концентрированный, эмоциональный, неврозный период нужно поточить свою пилу. Еще метафора карандаша. Вспомните, насколько приятно рисовать заточенным карандашом. И насколько неприятно, когда карандаш затупился. Вы знаете, вот если у меня мы сегодня говорим о том, что... Да. У меня к этому такому букету образов, утренний образ мой добавился. Мы когда усаживались делать чек, что все работает, и камера, и звук, и так далее, что я сделала? Я взяла фланелевую тряпочку и протерла линзу, потому что часто линза, ну вот она как раз у меня там, где я открываю ноутбук, и часто там остается пальчик. Да, да. И я протираю эту линзу и понимаю, что на самом деле это же то, что происходит, когда мы останавливаемся, мы протираем свою такую внутреннюю линзу восприятия, потому что если там много эмоций, если там много каких-то переживаний, и оно накопилось еще со вчера, с позавчера, еще о будущем мы волнуемся, то, ну, как бы я вижу это сквозь такую затуманенную очень-очень линзу. Впереди пасхальные праздники, это любовь хозяек протирать окна, знаете, это же тоже об этом. И вот мы часто заботимся о том, как протирать линзы внешние, и очень хочется научиться протирать линзу внутреннюю. Вообще здорово. Мне сразу же захотелось найти тряпочку. Друзья, я вот читаю комментарии, и вы, пожалуйста, пишите, а с чем связана для вас вот эта пауза? Как можно перевести ее в вашу метафору? Вот я читаю, что ученики и родители настолько достали, что я уже не могу расслабиться. Я такой нерв, такая струна напряженная, да, вот я читаю комментарии. И тогда расслабление может быть связано с какой метафорой для вас? Мы будем продолжать, мы будем накидывать вам мысли. У нас... Лейла, у вас пропал звук, если я правильно понимаю. Тут тоже попрошу модератора нам помочь и сказать об этом. И вот этот момент с расслаблением, это момент очень важный. На самом деле очень интересная такая тема, потому что с чем у нас вообще связано расслабление? Чаще всего мы позволяем себе расслабиться только тогда, когда идем спать, да, и наш организм так уже привык, то есть вот в прямом смысле слова нейронные связи так замкнулись, что как только мы позволяем своему телу расслабиться, где-то откинуться на спинку кресла, где-то лечь или сесть на диване, или вот как мы вчера делали практику, моментально включается вот этот вот паттерн поведения спать. Наша хозяйка, наш хозяин разрешил спать. И это потому, что вот так часто мы позволяем себе расслабляться. На самом деле есть очень прекрасная формулировка. Попробуйте для себя тоже ее уловить. Бдительный покой. Вот бдительный покой – это когда кошка сидит на лугу и вокруг бабочки. И она сидит,
она как бы наблюдает за ними, но она не постоянно в этом собранном состоянии пружины, что надо выскочить и словить эту бабочку. Нет, она как бы просто наблюдает за ними, и в какой-то момент, когда ей нужно, когда она решила, она вот собирается вся, да, вот это красивое такое действие, подтягивает все мышцы и выпрыгивает за вот этой бабочкой, начинает с ней играть или ловить, или еще что-то. И вот бдительный покой – это навык, который мы, как люди 21 века, к сожалению, в большинстве своем потеряли. Мы часто не разрешаем себе даже задуматься о том, что можно передохнуть. Вчера у нас было выделено 30 минут для отдыха. И мы в тот момент не проверяли домашние работы, контрольные, не делали какие-то домашние дела, мы расслаблялись. Но мыслями мы себе не позволяли отпустить себя. Мыслями мы думали о том, что дальше предстоит, и не позволяли. У нас есть вот такая мода, плохая, к сожалению, на напряжение и на то, чтобы быть уставшим. Потому что сказать, что я счастлива, я спокойна, я расслаблена, кажется, как бы, ну, не время, да, такие сложные времена в стране. Реформы, кризисы, пандемии, и не буду вам дальше набрасывать, потому что это быстро наш мозг сейчас подцепит, какие проблемы, потому что мы такие липучки для негатива. А вот сказать, что вы знаете, я поделюсь на самом деле про заботу о себе. Вчера между встречами утренней и вечерней были другие у меня разные встречи, и в какой-то момент я поняла, что у меня есть час времени. И мозг быстренько стал соображать, какие же там еще не сделанные ей задачки. И этот мозг выдал мне огромный список, как у многих из нас есть бесконечный список, что предстоит сделать сегодня, завтра и вообще полезно бы делать, потому что я же не лентяйка, я же вот. И в какой-то момент я поняла и признала себе, что я сегодня молодец. Я уже успела сделать достаточно много, эмоционально тоже насыщенно, что я хочу и могу себя побаловать, порадовать. Даже, видите, я говорю «побаловать», как будто бы это что-то запрещенное такое. И я в середине дня легла на свой диван, прикрылась пледиком и включила фильм. В середине дня. Непозволительная, казалось бы, история. И я поняла, что нужно и важно выставлять приоритеты. И этот приоритет не олени, а этот приоритет о заботе о себе. Что были много активностей, которые утром предстоят, вечером предстоит. И в середине дня, вот, когда у меня появилось это время, я могу сделать такой перерыв для себя. И вот я хотела у вас... Лейла, спросить, как вы себе позволяете делать такие перерывы? И если этот перерыв не в час, а в 5 минут, то что это для вас? Как вы вот перезагружаете себя и позволяете ли вы себе это делать? Спасибо большое за вопрос. А сейчас, когда слушала вас, опять начала подвергаться гипнозу и магии вашего голоса. Это очень приятно. Я читаю наши комментарии «Соединение с природой», «Все достало», «Как только расслабляюсь, засыпаю», «Нужно любить себя», «Подумать о том, что мода на напряжение и усталость – это мода», «Хочу ли я следовать этой моде?» Да? И вот отвечая на ваш вопрос и слушая вас, вспомнила историю. Я 3 года назад была с дочкой в Индии, в медицинском центре, и... Мы были в самых-самых джунглях, и там постоянно прерывался интернет. А так как интернет для нас воздух, то мы сильно нервничали и ходили выяснять отношения, и постоянно требовали. И вы знаете, индусы нам сказали, и это урок для меня и для моей дочери, они сказали: перестаньте требовать. Разрешите себе минуту расслабления, и интернет у вас сразу появится.
И вот сейчас, отвечая на ваш вопрос, как я себе разрешаю. Вот уже прошло 3 года, и как только я тороплю свою дочку одеваться быстрее в школу, как только я раздражена на что-то, мне моя дочка говорит: «Мама, ты сейчас требуешь». И вот у индусов это состояние обращения в себя вовнутрь называется самообращенность. Да? Они попросили нас быть самообращенными, как вот этот котик на лугу. Поэтому в тот момент, когда у меня уже выключаются все тормоза, и я хочу всего сразу, быстро, сейчас, срочно выключить карантин, я поеду на работу, я хочу гулять, я хочу путешествовать. Как только у меня начинается вот эта мыслительная карусель, я вспоминаю эти слова, что я сейчас требую, я сейчас напряжена. И как только я это вспоминаю, я делаю волшебный вдох и выдох. Вот сейчас в комментариях написали: я вдыхаю все свои требования, все свои напряжения, все свои хотелки и все свое вот это вот желание всего и сразу. И очень долго я выдыхаю, я перестраиваюсь. Да, эта точка пересборки очень короткая. И если я этого не делаю, то я замечаю, что я ухожу на следующий уровень стресса. Да, такой квест с самим собой. И вот учителя пишут, что как только мы начинаем расслабляться, мы засыпаем, это говорит о том, что нам с вами, коллеги, друзья, нам с вами в этой зоне развития есть что взять. Я думаю, что мы сами это сейчас осознаем, и именно поэтому мы решили начинать день с фокусировки на то, что мы сами управляем своим вниманием. Но для нас важно, как первый шаг, хотя бы отслеживать это состояние. Сейчас еще коротенькую историю расскажу, чтобы у нас был диалог. Моя подруга работает на большом государственном предприятии и совершенно выгоревшая. Она работает 17 лет, и она пошла к психотерапевту, что является осуждением всех ее коллег. Как это она вообще? Зачем она? Она что, больная? Да, тоже одна из тем про стереотипы. И специалист ее спрашивает: а знаете ли вы, когда вы хотите есть, когда вам нужно отдохнуть, чувствуете ли вы то, чего вы хотите на протяжении дня? И она говорит: о чем вы меня сейчас спрашиваете? На протяжении дня я работаю. И вот они начали с того, чтобы она научилась отслеживать хотя бы физиологически, да, коллеги, я часто общаюсь с учителями, которые говорят: я в первый раз в туалет в 4 часа вечера сходила, ну, потому что мне было некогда. Но вот эта точка внимания на протяжении всего дня, пауза, которую вы даете самому себе, она для нас сейчас является очень важной точкой нашего развития. Вы говорите, у меня мурашки, честно, по телу, потому что это... Ну, достаточно страшные такие сигналы, да, когда мы забываем о себе как о людях, как о живых существах с нашими потребностями, не говоря уже о каких-то потребностях реализации или вот чего-то. Хотя иногда мы об этом помним даже скорее, чем о своих базовых потребностях, о еде, сне, безопасности, в том числе эмоциональной безопасности. Теперь у меня мурашки. И вот я читаю комментарии, да, что очень многим откликается и про туалет. Это самые простые вещи. И вот очень важно, сейчас был комментарий про то, что можно это вместе с детьми делать. И это не очень комфортно для нас. Я же должна быть хорошей ученицей, хорошей учительницей. Но действительно, можно делать это с детьми. И пусть это тоже будет для вас какая-то метафора. Нажать на паузу. Сделать вдох-выдох, протереть линзу. Поделитесь, пожалуйста, своей метафорой. Да, вот, ну, как это можно для себя упаковать? И снова пропал звук, Лейла. Так интересно. Прошу вас перезагрузить картинку. Вот эти метафоры для себя, пожалуйста, ищите сейчас, потому что это... ваши жизни, да, это наши жизни. Как только я начинаю извне брать к себе, я начинаю это переупаковывать своими словами.
на своем языке, своими метафорами, своими образами, перекладывать на те ситуации, которые теперь у есть. У меня не видно Вики. Есть. Виктория. Перезагружаю. Подхватываю. Все, теперь видно. Коллеги, вот вы пишете очень важный момент, я хочу его вербализовать, что мы очень многие вещи знаем. То есть мы знаем, как важно делать зарядку, как важно делать практику, но что делать, когда все что-то требуют от тебя, когда ты находишься в состоянии, когда именно в этот момент тут тебя дергают, тут лает собака, здесь тебе звонит директор, здесь ты ведешь урок, тут у тебя зависла дистанционная доска, тряпку потерял. Вот, Вика, можете ли вы нам дать какую-то вот эту точку? Тын! У меня есть даже такой вот внутренний колокольчик, который поможет собрать внимание вот из ваших практик. Угу. Пока Виктория. На самом деле вот этот колокольчик – это отличный предмет, и универсального ответа здесь нету. Здесь есть какой-то предмет, который или напоминание, которое вы для себя сами выберете. Например, это может быть колокольчик в школе или в собственной. И вы себе говорите, каждый раз, когда я слышу этот колокольчик, я делаю следующее. Я чувствую, как мои ноги касаются пола, что я вот заземлен. Я чувствую, как я опираюсь на землю, что земля меня поддерживает. Да? Тут два фокуса, таких фокуса внимания. Я стою, и земля меня поддерживает. Да. Физически оно так и есть. И второе, я делаю один вдох и один выдох. И на это у нас, даже если бы наш мозг придумывал много отговорок, что нету времени, вот на это у нас всегда найдется секундочка сделать так. Я это хочу еще прокомментировать. Сейчас, и буквально позвольте. И вот этот вот внешний фактор вы можете придумывать самостоятельно. Например, я для себя договорилась, что каждый раз, когда я беру чашку с каким-то напитком, хотя бы первый глоток, если у меня нету времени, я, например, в беседе, да, сейчас, выпить весь чай с вниманием я не могу, потому что я не буду тогда разговаривать. Но первый глоток я выпью с максимальным вниманием. Я почувствую вкус воды, как я глотаю, насколько мне приятно, как это расширяет мышцы. Вот здесь те, которые часто напряжены, когда я говорю. И придумайте любой. Может быть, в телефоне вы сделаете 3 напоминания будильничка, которые вам прозвенят, и это будет вам напоминанием, что можно подышать. Можно положить какой-то браслетик или вот часики, и каждый раз, когда вы смотрите на этот браслетик и часики, вы делаете вдох или выдох. Когда вы берете ключи от дома и открываете этими ключами замочную скважину, вот этот вот процесс, почувствуйте, как вы открываете и сделайте вдох и выдох. Это вот к вопросу, как переключиться с работы на дом, например. Или когда вы закрываете крышку компьютера, сейчас заканчиваю урок, сделайте вдох или выдох. Вот прямо сейчас, пожалуйста, напишите вот этот вот, это называется таким триггером, да? Какой триггер добрый, хороший, полезный вы для себя можете уже сегодня использовать, чтобы напомнить, что можно сделать для своего осознанного вдоха или выдоха. Я не слышу, Лейла, снова не слышу. Снова не слышу. Ну вот да, жестами понимаю. Я хотела... Вчера были вопросы про то, как можно себе, да, напомнить об этом еще, почитать. И хочу вам порекомендовать несколько книжек, которые вы можете взять для себя, как, знаете, вот с чего начать.
Есть книжка Деніела Голдмана «Емоційний інтелект». Вона є українською мовою. И это отличная возможность. Это вот человек, который является радником, человек, который вместе с Далай-ламой начал вот это движение Сен-практик. Да, он, если вы посмотрите это методическое пособие, вы увидите и от него обращение, и от него, ну, он ее наполнял. Это отличная возможность почитать развернуто это, да, про эмоциональный интеллект. Вторая книга, которую я очень люблю, и вот у нас нет уже много возможностей поговорить про стереотипы, о том, что вот все новое, это пугающее. Вчера были комментарии, что «а что это гипноз? А что это что-то ну, такое непонятное для меня?» Вот как мы реагируем на новое? И для того, чтобы понять и распаковать тему осознанности или тему секулярной, да, секулярная, нерелигиозная, научная медитация, я очень рекомендую книжку. Тоже один из авторов является Дэниел Голдман. Она называется «Измененные черты характера». К сожалению, ее нет на украинском языке, но позвольте себе, откройтесь к этому и почитайте на русском. Это просто кладезь, огромное количество информации про исследования нейрофизиологов. Это одна из таких настольных моих книг. Это о том, как медитация, как практики осознанности влияют на мозг. Вчера были вопросы про 8 секунд. Вчера были вопросы о том, почему наш мозг увеличивается в размере, почему, как. Вот здесь очень много, и очень хорошо написанная такая тоже с метафорами, примерами, потому что это реальное исследование, книга про то, как можно понять наш мозг. И третья книга, которая такая очень базовая, ее не нашлось сейчас в моей библиотеке, потому что я ее дала почитать. Книга так и называется «Осознанность», и она вот как раз, в отличие от этих двух книг, самая практичная. Она называется «Осознанность». Автор Пенман, Дэнни Пенман и Марк Уильямс. И эта книга 8 глав, которые разбиты на 8 недель. И вот по каждой главе, по каждой неделе можно делать упражнения. И это отличная возможность. И, конечно, мы будем делать упражнения и утром, и вечером вместе с вами в рамках Сен-практик. Добрый день. Благодарим вас за все ваши комментарии. Доброе утро, Саша. Добрый ранок. Коллеги, я Привет. Вас підслуховую. Наше время истекло. Кончайте разговор. Я погоджуюся кожним ковтком мого чаю. Але, на жаль, я маю вас вже переривати, бо час виходить. Так. Ви встигли розповісти про всі книжки? Ні, про всі не встигли, але давай потім напишемо. Так, ну, по-перше, у вас же буде вечірня зустріч, правильно? Я думаю, що ви зможете так. повернутися до цього і кожного дня у нас є. Оця частина програми, яка обіймає всю сесію. Дорогі колеги, я вас вітаю з екватором сьогоднішньої події. Я прошу пані Вікторію і пані Лейлу, останнє речення. Попрощайтеся з людьми, будь ласка. Я хочу со своей стороны поблагодарить с вами. И позаботиться, и напомнить, что, пожалуйста, заботьтесь о себе, и из этого состояния заботы легче учиться и легче учить и давать. Спасибо огромное. Хорошего вам дня. И так здорово было читать ваши комментарии, ваши метафоры. Спасибо вам огромное, что мы провели эти 30 минут рядышком. Саша, передаем слово тебе. Благодарю. Забираю Пятка. Слово. Дякую. Дякую, дорогі колеги. Знову тут зараз у кімнаті нас понад 2000. Ви знаєте, я вас вітаю. Ми сьогодні знаходимося на екваторі події. І саме третій день, я думаю, він буде найбільш такий інструментальний. Він у нас технологічний. Він присвячений якраз темі організації дистанційного навчання, інформаційно-комунікаційним технологіям. Щойно зранку в мене було включення разом з Оленою, ми давали інтерв'ю радіо «Емігранти». І, ви знаєте, ми поділилися з ними такою думкою, що, власне,
от такий досвід вашої участі в онлайн EdCamp 2020, це є найкращий спосіб опанувати ці технології. Бо ми не можемо навчати інших тому, чим самі не володіємо, або що самі не прожили в тій ролі. Тому цей досвід ви отримуєте разом із нами, до речі, бо це теж дуже масштабно і для нашої команди. Ми отримуємо всі разом у ці дні. Я вас вітаю на третьому дні онлайн EdCamp 2020 і маємо особисту новину. Зранку, о 7:30 ранку, від наших колег, від пані Ніни Кутузової, яка є керівником освітніх програм у Microsoft Україні, ми отримали нарешті відео зі спеціальним зверненням від віце-голови усієї компанії світової, пана Ентоні Сальсіто, який якраз опікується темою освіт у компанії. Компанія Microsoft є багаторічним партнером руху EdCamp в Україні. І зараз, дорогі друзі, ми презентуємо вам його ексклюзивне, спеціальне звернення. Послухайте. Hi, it's Anthony Salcido, Vice President of Education at Microsoft. I hope you're all safe and doing well, but I wanted to share a brief message of thanks and appreciation for your heroism and leadership during these unprecedented times. Microsoft has been working with countries, schools, and universities in response to supporting COVID-19 remote learning scenarios. We've learned a lot, and we continue to learn from your leadership and vision, and learn about the challenges of technology integration in such a rapid way. We're working to ensure that we provide tools that can be sustained long after schools return, and building on the same foundation of trust, functionality with productivity and resources, integration to back-end systems, and inclusive and accessible technologies. Our commitment remains to support your learners, educators, and leaders to make this transition safely, securely, and powerfully as we prepare students to get inspired by these times to fuel their passions to make a difference in the world going forward. I want to recognize, though, that the journey for technology transformation is not new, but we've undergone so much change in the last few weeks that I know there's tremendous pressure. I see it, though, with tremendous optimism. Because of decades of working with schools to transform technology, I've seen incredible progress, not only on the system and richness that we're seeing in schools and beyond schools, but the ways in which we're thinking about technology differently. For too long, we've applied technology to classrooms and systems that were already in place. Now we're starting to think about expanding the learning journey, not only home, but really in a blended way for our curriculum and pedagogy. I'm also seeing during this time where technology has never been more important across the globe, that the role of educators has also been recognized as critically important to society. In a time where technology is richly utilized, the role of teachers by far hasn't been diminished, just the opposite. Parents, all of us, recognize the tremendous role educators play, and that's clearly on display oftentimes at the dinner table with a student and a parent. This role is tremendously valuable going forward, and I'm excited about the continued understanding of the amazing work that teachers play. Microsoft knows that we've got to continue to learn and understand how we optimize for technology. Our engineering teams are both ramping up our capacity in the cloud, ensuring that we're adding functionality and features in response to school and feedback needs that we get from around the world. And I'm excited about the progress that we are making and continue to make in that area. We're also seeing tremendous learning from traditional environments where live remote learning were the norm to asynchronous team-based engagements using tools like Flipgrid to check in on learning becoming more common as learning modalities get more blended as we get more mature in remote learning scenarios. I'm looking forward to continuing to take these lessons learned and applying it going forward to the transformation that we need to make in education. We're living through fairly unprecedented times. Your leadership, your impact is tremendously appreciated and recognized. Thank you for the work that you do, and thanks very much for allowing me to share my appreciation for your time at EdCamp. Enjoy the rest of the sessions.
Дорогі друзі, бачите, що я зараз тримаю у своїх руках. Так, щоб ви теж побачили. Це приклад одного з подарунків від компанії Microsoft Україна. Там у цьому торбинці у цій є багато цікавого також від Microsoft. Ви зможете отримати як винагорода за участь у нашому онлайн-квесті. Я думаю, що з паном Ентоні ніхто не буде сперечатися, що роль вчительства в таких нових умовах, вона тільки зростає, а ні в якому разі не зменшується. Я нагадую вам, що за тиждень до старту антикризового онлайн-кемпу ми запустили флешмоб для наших учнів і учениць, сумую за школою. І сьогодні наші колеги і партнери з медіапроєкту «Накипіло» підготували нам нову серію. Тож давайте подивимося, як наші діти сумують за школою, за вчительством, за друзями. Дуже сумую за школою та за усіма своїми однокласниками. Я сумую за школою. Я сумую дуже за своїми друзями. Я дуже сумую за школою. Я вже дуже хочу до школи. Я сумую за школою. Дуже сумую за школою та за усіма своїми однокласниками. І за усіми нашими гомінкими перервами, що нас так добре годують, та Наталія Яківна нас так дуже своїм серцем добрим підтримує і дає нам дуже-дуже добрі домашні завдання. Я сумую за школою, я сумую за друзями, я сумую за вчителькою Тетяною Адамовою. Привіт, усі зараз карантин, усі зараз вчаться вдома, я теж зараз вчусь вдома. Я дуже сумую за школою, тому що там було багато всього цікавого. Я сумую за класом, за моєю улюбленою вчителькою Вікторією Євгенівною. Всім привіт, друзі! Вас вітає Тимур із Володимирівки. Зараз карантин і всі навчаються вдома. Я роблю уроки. Я читаю, малюю, вижигаю. Але я сумую дуже за своїми друзями. Я сумую за школою. На карантині мені не вистачає спілкування з друзями та однолітками. У свій вільний час я дивлюся повчальні відео та телепередачі. На карантині я навчаюся за допомогою інтернету та телебачення. Любі вчителі, я вже сумую за вами. Я обожнюю малювати, тому трошки зміню наш бекстейдж. В усіх зараз карантин. Всі нудьгують та сумують за рідною школою. Вже майже 9 років провчилася в школі. І звісно, мені хочеться знову сісти за парту та привітатися з однокласниками та вчителями. Мої любі вчителі, не сумуйте, бо я впевнена, вже дуже скоро ви знову побачите нас за партами. Я бажаю вам не хворіти та завжди мати гарний настрій. Це найголовніше. Звісно, вчитися складно, але завдяки вашим онлайн-урокам та підсказкам у мене виходить все. Уроки вдома, розваги вдома, гуляти вдома. Я вже дуже хочу до школи. Дуже сумую за школою та за усіма своїми однокласниками. Я сумую за школою. Я сумую дуже за своїми друзями. Я дуже сумую за школою. Я вже дуже хочу до школи. Я сумую за школою. Ну, а ви, друзі, чи ви сумуєте за школою?